Как правильно начать, чтобы не бросить? Сколько прекрасных начинаний заканчивались, даже не начавшись толком, в том числе планы похудеть к лету, к Новому году, ко дню рождения и вообще похудеть. В сегодняшнем видео 4 простых совета, которые помогут правильно начать, чтобы не бросить. Без насилия, без запретов, по уму. Совет первый. Начните с диагностики. Вес – это еще не все. Важно еще знать состав тела, то есть соотношение жировой, мышечной, костной ткани, воды и другие показатели. Все это вам рассчитают умные весы, еще и основной обмен, на который нужно будет ориентироваться по калорийности. И еще такой интересный показатель – биологический возраст. Интересно знать, сколько лет вашему телу физически. Кстати, очень мотивирующая информация для кого-то окажется. Подскажу, что биологический возраст сильно зависит от увлажненности тела, поэтому начинайте пить воду и молодейте уже прямо сейчас. Сделать анализ состава тела можно практически в любой клинике, у диетолога, в фитнес-центре, а можно на домашних весах типа Танита, которые сейчас есть у многих дома. И в дальнейшем в вашем процессе снижения веса ориентируйтесь не только на вес, но и на то, как меняется ваш состав тела. И часто вы можете увидеть, что вес вроде бы не снижается, но объемы уходят. И в этом случае при анализе состава тела вы заметите, что растет мышечная масса. И это очень здорово. Это, я вам скажу, гораздо круче, чем снижение веса. И в идеале, конечно, попасть на прием к врачу, особенно если у вас есть там какая-то медицинская обеспокоенность. Врач вам подскажет, какие анализы нужно сделать. И диетолог поможет найти проблемные места в питании. Вот я часто слышу: да я сама напишу диссертацию про правильное питание, я уже все знаю. А на поверку оказывается, что человек нарушает самые базовые принципы питания, ну типа там питается 2 раза в день. Диетолог поможет обнаружить и скорректировать эти нарушения. Причем не просто на уровне там ешьте больше белка, меньше углеводов, или там укладывайтесь в такую калорийность, а поможет подобрать режим питания под вас, под ваш образ жизни и привычки. А ваши психологические причины набора веса вы можете определить уже сейчас, кликайте по ссылке под видео и проходите бесплатный тест. Совет второй. Плохое убрать, хорошее добавить. Постепенно. Мы же все знаем, что вредно, а что полезно. И ваша задача постепенно, без рекордов, сокращать вредное и добавлять полезное в вашем питании и образе жизни, без насилия. Не надо ставить цель бегать по 5 километров в день, если вы до сих пор вообще не отрывались от дивана, потому что вас хватит на день-два максимум. А вот если поставить цель гулять вечерами в удовольствие, то это уже посильно. Точно так же и в еде, то есть не надо отказываться там от всего, что вы любите сразу, просто добавьте больше клетчатки, больше овощей в любых видах, но кроме картофеля. Не надо отказываться от сладкого кардинально, просто замените там шоколады и прочее на что-то более полезное, типа мед, сухофрукты, там по чуть-чуть. Выпивайте там не просто 2 литра в день воды, а постепенно повышайте вашу питьевую норму. Там, постепенно, там, чуть раньше ложитесь, чуть раньше вставайте. Совет третий. Запреты под запретом, потому что любой запрет ведет к срыву. Поэтому не запрещайте себе там много есть, просто чуть меньше обычного. И подключайте психологические практики для того, чтобы вам просто не захотелось переедать. Например, видите перед собой порцию десерта, спросите, как это продвигает меня к моей цели. Для чего мне десерт? Что мне это даст? Да, вкусно, да, удовольствие. А есть ли другие способы получить удовольствие? Найдите такие способы для себя и почаще применяйте. А еще мне, например, помогает фраза, что голодом лечат, а от сахара умирает больше людей, чем от наркотиков. Совет четвертый. Поддержка. Ваши знакомые, семья, вот все, кто вас окружает, определяют ваши привычки. Вот помните, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Поэтому, когда речь заходит о мотивации на похудение, наши социальные связи оказываются сильнее даже наших генов. То есть, если вы говорите, у меня наследственность, то дело не в генах, а в вашем привычном окружении. А окружение, в отличие от генов, можно изменить. Поэтому найдите вашу группу поддержки, там, друга, подруга, подругу, ходите на фитнес, у вас там будет тренер.
или вливайтесь в наш клуб поддержки прямо сейчас. И еще один совет, пятый. Начинайте что-то делать, приступайте к действиям сразу. Результативность и шансы на успех резко повышаются, если вы начнете некий процесс, начнете совершать действия прямо сейчас. Я вас попрошу написать в комментариях, что именно вы начнете делать прямо сейчас. Давайте друг друга обогащать. Каждый месяц мы разыгрываем психологический приз среди авторов комментариев под нашими видео. Чтобы участвовать в розыгрыше, подпишитесь на канал и пишите комментарий. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и уведомления о розыгрыше. Если вы услышали что-то полезное в этом видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями и подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Если нажмете на колокольчик, то будете получать уведомления о новых видео, которые у нас выходят по вторникам и пятницам. По ссылке под видео проходите бесплатный тест на психологические причины лишнего веса, а также присоединяйтесь к нашему клубу поддержки, тоже по ссылке под видео, потому что окружение – это очень важный фактор успеха в снижении веса. Ну и в любом хорошем деле тоже. С вами была Галина Турецкая, психолог, кандидат наук, эксперт по лишним килограммам.